Какая раскладка? Клавиатура. Вы имеете в виду, где вот буквы? Да, да, да. Нажал. Открылась? Что? Раскладка. Клавиатура? Да, клавиатура. Ну, подождите, я не понимаю. Клавиатура — это то, что, ну, у ноутбука. Это, ну... Нет, нет, клавиатура у вас должна отобразиться на экране. Это такая экранная клавиатура. То есть, понимаете, о чем я говорю? А, где буквы? Да, где буквы? Все, вот, это раскладка. Это клавиатура. Да, есть раскладка. Хорошо, в таком случае пишите слово «поддержка». С какой буквы? «Поддержка». Первое «П»? Да, первое «П». Я написал «П». Почему «П»? Лихо. Алло. По. Что? Я написал «По». Написал «по». Нет, стирайте слово, стирайте, пишите «п». Я вам буду по буквам диктовать. Давайте. Стирайте. Стираю. «П». Написали «п»? Ну, я вообще не стираю, как бы стирает Галина. Пишите «и». «И». «Д». «Д». «О». «О». «Р». Браво! А вам не кажется, что пи***р это вы, дорогой мой мошенник?